Междуреченск ждет зрелищный бокс. Следить за борьбой в ринге смогут все зрители с телеканалом «Июнь». С 24 по 28 января в Междуреченске проходит чемпионат Сибири по женскому боксу. Включай прямые трансляции на 22-й кнопке или ищи в социальных сетях на страницах телеканала «Июнь». Старт уже завтра в 16:00. Не пропусти. В Красноярске прошел открытый всероссийский турнир по вольной борьбе среди взрослых. За призы боролось более 150 спортсменок. Междуреченки с медалями. Серебряная награда у Эльмиры Халаевой, бронза у Натальи Волжаниной. Сейчас наши землячки готовятся к гран-при Ивана Ярыгина. Соревнования состоятся в Красноярске в конце января. Там сформируют сборную страны для участия в международных стартах. А в Междуреченске 24 января стартует чемпионат и первенство Сибири по женскому боксу. Заявлено более 150 участниц. Соревнования пройдут во Дворце культуры «Распадский». За боями следите в прямом эфире. Покажет телеканал «Июнь». Включайте 22-ю кнопку, настраивайтесь на YouTube. Доступна трансляция будет и в социальных сетях. 24, 25 и 26 января начало в 16 часов. Полуфинальные и финальные бои турнира смотрите 27 и 28 января с 12 часов.